Дорогие мои друзья, дорогие подписчики нашего канала, как вы знаете, мы с Рафаилом очень много делаем для того, чтобы наш канал продолжал быть интересным, ярким, содержательным, полезным для вас. И вот одним из таких проектов были прямые эфиры, которые я назвала «Утренний кофе». Подчеркнула этим цель наших встреч – попить кофе в компании друзей, людей, близких тебе по духу, по взглядам, обсудить какие-то интересные темы, иногда и острые, и непростые. Жизнь ставит нам довольно сложные задачи с вами каждый день, и решать их в одиночку действительно грустно и не всегда продуктивно. Гораздо лучше делать это в компании единомышленников, близких тебе по духу людей. Но вот из-за того, что канал наш растет, стало появляться много новых подписчиков. И не все эти люди, скажем так, дружественно настроены к нам. Многих что-то не устраивает, да, а много появилось и просто троллей, и недоброжелателей, так назовем. И вот для того, чтобы оградить наш утренний кофе от случайных людей, мы с Рафаилом пришли к необходимости сделать утренний кофе подарком, или, как сейчас говорят, бонусом для тех из вас, кто решится стать спонсором нашего канала, то есть не сочтет за труд оформить платную подписку на наш канал. Она будет очень недорогой, всего 299 рублей в месяц, то есть 300 рублей в месяц. Я сразу же оговорюсь, что выходы блога «Святая Земля сегодня» и наше чтение Евангелия останутся доступными бесплатно абсолютно для всех. Но те из вас, кто подпишутся на платный канал, да, то есть те, кто оформит платную подписку на канал, получат подарок – утренний кофе. Мало того, утренний кофе начнет выходить несколько в другом режиме и несколько в другом качестве. Вот эта скромная плата позволит мне, во-первых, тратить полноценное рабочее время на подготовку каждого выпуска, то есть предлагать вам все более интересные, сложные темы, требующие уже серьезной подготовки и с моей стороны. Также это позволит мне проводить утренний кофе в интересных локациях, то есть снимать его уже не дома, вернее, не снимать, а выходить в эфир уже не из дома, а из каких-то интересных мест, то есть я смогу позволить себе поехать куда-то для того, чтобы провести утренний кофе или пойти, да, то есть опять же потратить свое рабочее время и найти хорошие места, чтобы нам было не только интересно слушать друг друга, но чтобы было и интересно посмотреть, что за спиной. И также вот эта скромная плата позволит нам оградить утренний кофе от случайных людей, от недоброжелателей, от гадостей в чате, от неприятных комментариев и так далее. То есть сделает нашу программу «Утренний кофе» именно такой, какой я мечтала ее сделать. Клубом для любящих сердец, для наших друзей, для тех, кто действительно хочет пообщаться с нами. Иногда мы будем по-прежнему вести утренний кофе вместе с Рафаилом, иногда это буду делать только я одна, но в любом случае атмосфера будет еще более доверительной, искренней, прямой, теплой. Да? Это для меня крайне важно, потому что иначе программа «Утренний кофе» просто теряет смысл. «Утренний кофе» — это не лекция, это не проповедь, это не политический манифест или, не дай бог, там какая-то пропагандистская, пропагандистский блог, да, каких сейчас много. Это именно общение в компании друзей. Вы через чат, я через экран. Но для этого должны быть друзья. Вот те из вас, кто действительно друзья нашего канала, вы и так нас все время поддерживали финансово, я это прекрасно знаю. Теперь вы можете это сделать теперь несколько в иной форме, то есть просто подписавшись на наш канал. 300 рублей в месяц – это очень небольшая плата. Ну и, разумеется, вы всегда можете отписаться, отказаться от платной подписки и по-прежнему в бесплатном доступе смотреть «Святая Земля сегодня» и «Евангелие». Я еще раз подчеркиваю, что ничего не изменится для тех, кто не готов пока оформить платную подписку. Вы все равно сможете смотреть два раза в неделю наши выпуски. «Утренний же кофе» будет выходить как бонус или подарок для платных подписчиков по вторникам и субботам в 8-9 утра. То есть время эфира я буду объявлять заранее, и ссылочка на прямой эфир будет появляться в нашем комьюнити, то есть в нашем сообществе. Тех, кто подписался платно, вы будете видеть ссылочку заранее, за сутки, и сможете вовремя по ней переходить, и только вы будете смотреть, да, никто другой. Подписаться платно на наш канал можно через кнопку Join или присоединиться, она теперь появилась на моем канале. За утренний кофе, за нашу, надеюсь, скорую
новую встречу. До свидания, мои дорогие.